покажу процесс создания мультфильма. Все начинается вот с такой раскадровки для фиксирования ключевых сцен. Это, кстати, у меня раскадровка Леонида Шварцмана для мультфильма «38 попугаев». Конечно же, оригинальная. Вот еще есть еще одна. Далее сцены с персонажами переносятся на вот такую кальку. Ну, это «Братья-пилоты», вы, наверное, уже узнали. Вот здесь у меня есть калька с «Незнайкой на Луне», например. После в дело вступает прозрачная пленка «Целлулоид». С одной стороны, на целлулоиде создается контур черным. Если вы присмотритесь, у каждого персонажа есть контур. С другой стороны, персонажи раскрашиваются, заливаются цветом. Получается, с одной стороны контур, с другой стороны цвет. Также продемонстрирую вам кадры из других мультфильмов. Вот, например.